Грузооборот всех видов транспорта государств-членов ЕАЭС за первый квартал текущего года составил 1,5 триллиона тонна-километров. Об этом говорится в аналитическом обзоре Евразийской экономической комиссии. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем грузооборота по сравнению с январем-мартом 2020 года увеличился на 1,4% и составил 832 миллиарда тонна-километров.